Уютные залы с необычной отделкой, праздничное оформление, новое меню. Своих гостей встречает кофейня «Мадлен» по улице Тулеби. После нескольких месяцев капитального ремонта самое вкусное заведение Шымкента вновь распахнуло свои двери для гурманов. Компания «Мадлен» поздравляет вас с наступающим Новым годом. Уходящий год, год змеи, для компании был очень благополучным. Это участие на международном конкурсе в Италии, желатерии, 4-е место. Участие на выставке в Алмате World Food, 1-е место и золотая медаль. Неоднократно побывав в Италии, мы переняли их традиции. В Италии является на Новый год традицией выкидывать старую мебель, приобретать новую, новых друзей. И наша компания «Мадлен» нашим жителям города Шымкента предлагает, перенявшие традицию Италии, новую кофейню на Кардана Хвала. Новая кофейня, новый дизайн, новая мебель. В «Мадлен» на Кардана Хвала изменилось все. Полностью разделены залы для посетителей, магазин и киоск с горячей едой на вынос. Витрины магазина пестрят обилием новогодних тортов и изысканных сладких украшений. В ассортименте магазина «Мадлен» и предновогодние новинки. В нашем новом магазине мы хотим представить новый ассортимент новых печенья со вкусом тофи и фундука, которые не оставят равнодушным наших клиентов. Это очень безумно вкусно, и они будут представлены у нас представлены в наших коробочках, которые могут послужить и подарком на Новый год нашим клиентам. Также у нас есть большое количество ассортимента подарков, которые вы можете поздравить своих близких, родных с Новым годом. Новогодние праздники у плиты можно не стоять. Специалисты сети кондитерских «Мадлен» организуют новогодний стол по высшему разряду. К самому главному празднику года в «Мадлен» можно заказать не только торты, но и горячие салаты и закуски. Новый год от «Мадлен» обещает быть самым вкусным.